Мой Даниэль точно так. Я вам расскажу про своего внука. Он пошел в детский сад, уже ему с бутылками ешь. Спасибо большое. Да. Но дело в том, что если бы я не перешла. Первого и не стал откуда. Мы поговорим в музее больше о памятниках мира, но просто в общем, что здесь еще есть. Вот. Сейчас мы зайдем в музей, что музей тут нельзя фотографировать. Нельзя. Там каждый пачек есть имена, цель запомнить. Я думаю, что день есть около 4 миллионов. Красивый, какие вот этот шлем. Есть некрасивые души, а люди все красивые. Все должны быть. Да, все, мы пойдем в сайт, специальный сайт. Он называется «Память народа» или «Подвиг». Это видео, да? Ты знаешь, куда нажимать? Это видео. На фотоаппарате. Темновато, вернее. Да, это. Это вход в музей. Что, телефончик? Да, у меня батарейка. Да, батарейка. Уже куда-то идут. Когда все соберутся, он сейчас знает, что мы еще будем делать в течение 50 дней. Изображается на такой.
Украина-Украинская Гвиана, вот смотрите, вот герб города. Герб города прямо на вон кодыш, на Святая Святых, вот герб города. Сколько не больно недомысли, что и вы активная часть общества, очень важная часть общества, они имеются и функции, как торговцы часто, как мелкие. Очень много функций, которые местное население не занимается. И вы этим занимались, они жили немножко отдельно, поэтому были очень строгие законы в плане не смешивания еды, не смешивания крови. Обычно женщина отдельница где-то. Много медицины. Где находится Бама, если не считать, то не третий мир находится. Темновато. Начала глубоководное погружение свои. А мы уже тут. Так, значит, есть вспышка? Она есть всегда. Это смартфон. Ладно, я говорю, есть, она говорит, нет. Но это вообще. Это мы находимся в стене плача. Хватит? Еще раз? Посмотрите. Еще раз.
Спасибо. Галя, а что она мне не щелкает? А ты нам от аппаратик сказала? Да, она не щелкает. И вот идет, все, да, идет съемка. Галь, вот туда, где? Все. Ну еще вот снимаю уже последний раз вечерним. Может, я ее просто не, знаю. Она в комитете не может быть. А, так она же не может быть ветеранами. О, что-то наша колюня. Галя, которая все время с нами. Город, так, вот видно оттуда, снизу. Все, сейчас пойдем. Вон там мечети, вот куда дальше. Не разрешаю. Вот тут красивая стена, вот эта гос. Вот это вот чемпионат. Правшая душа. Олимпиады. 9 лет. В 5 классе. Может быть и в 9. Пойдем. Как самое? Как самое? Пойдем. Солнце.
Полнолуние! Полнолуние! Красиво как! О. Мы были у стены плача и полнолуние. Это вообще фантастика. Исполнится все, что пожелали. Вечер наступил, Иерусалим уже темнеет, луна полная. Also das sind quasi auch Все видно, все есть.